Президент России Владимир Путин поговорил с экс-президентом Армении Робертом Кочеряном по телефону. Об этом сообщают источники проекта «Варгонза», близкие к администрации президента России. По данным «Варгонза», разговор состоялся в начале прошлой недели. Президент России и экс-президент Армении обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с безопасностью, а также внутриполитическую обстановку в Ереване. Отдельно обсуждалось экономическое положение Армении. Беседа длилась около часа. Иных подробностей не сообщается.